Главными действующими лицами праздника в парке имени Зернова были котики. Их с любопытством рассматривали и гладили дети и взрослые. Места около клеток с четвероногими никогда не пустовали. Люди интересовались историями подопечных Мурдомы, спрашивали об особенностях и характере котиков. Но на самом празднике хвостатых в добрые руки не пристраивали. В дальнейшем этих кошечек также можно забрать. Кому понравится, могут позвонить в приют. Вообще, в принципе, мы приветствуем то, что люди к нам ходят знакомиться с кошками. То есть они не сразу, а вот фотографии мы возьмем. Все, мы приходим, собираем, а потом характер не сошлись и возвращают. Ну, у всех разные истории, конечно же, мы там уже раз-два много услышали. Поэтому мы рекомендуем, приходите с кошечкой, знакомьтесь. На празднике приюта можно было приобрести игрушки и аксессуары для животных ручной работы, которые сделала волонтер. Все вырученные средства пошли на помощь животным. Также добровольцы рассказывали о том, чем они могут быть полезными для хозяев, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы сейчас работаем над проектом и помогаем хозяевам, которые попали в тяжелую ситуацию. Мы раздаем листовки, на которых написан номер, по которому можно позвонить, если вам нужно выгулить собаку, а вы не в состоянии, или вообще оказать какую-то услугу мы можем. На танцплощадке парка имени Зернова было шумно и многолюдно, несмотря на плохую погоду. Дети участвовали в интерактивной шоу-программе, а в это же время горожане могли заняться творчеством, смастерить маску, раскрасить фигурки кошек. Также для гостей работали различные площадки с играми, аквагримом. Всех желающих угощали сладкой ватой. Тут было очень весело. Тут все бегали. Мне понравились кошки и понравились сахарная вата. Понравились киски. Ты их гладила? Да. А что еще сегодня делала? Рисовала. А что? Котиков. И пластилин лепила кошку. Праздник Мурдома «Мы в ответе за тех, кого приручили» состоялся благодаря совместным усилиям муниципальных и частных учреждений города. На мероприятии у всех желающих была возможность получить консультацию ветеринарного врача и грумера. Праздник приурочили к первому дню рождения приюта Мурдом. В октябре ему исполнится один год. Цель мероприятия первая – это, конечно же, привлечь внимание к деятельности нашего приюта. И плюс, самое главное – это привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных в городе и, соответственно, показать, насколько важно гуманно относиться к животным, ответственно к ним относиться. Поэтому такая цель праздника у нас сегодня. Ну и, конечно же, да, рассказать про наш приют, про нашу деятельность и порадоваться все вместе нашим успехам. Горожане также могли помочь приюту своим посильным вкладом. На мероприятии волонтеры собирали деньги, корм и средства по уходу за животными. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.